Да, тут вот трещинка. Ну ничего, давай это, доснимем видео. Ну ладно, оставлю. Хотя тут, в принципе, трещины не видно. Сейчас зарежемся вот это вот так вот. Так вот, забыл. Раз. Почищу, чтобы сделать это как раз. Руки не мешают, нет? Thank you.
чтобы видно было, как резец работает. И ножом. А, рисую немножко, сейчас я вот здесь поправлю. Вот здесь вот. Блеск есть, можно не это, не шкурить, но чтобы резьбу это убрать, вот это вот после резца, я, наверное, лучше шкурочкой пройду все-таки. Ну, давай. Вот липа сухая, прям аж инструмент, вон чуть-чуть посинел кончик. Липа вообще прям сухая-присухая. Сейчас я вот это вот. Ну вот, изделие. Все чистенько. С липой одно удовольствие работать. Благородное дерево. Вот чуть-чуть вот здесь вот почистить. Так тоже блестит. Вот, пожалуйста. Сделаем наборчик. Ну, всем спасибо за просмотр.